Сегодня расскажу, как мы наносим декоративную краску с эффектом замши. Первым делом мы наносим грунт-краску, колерованную в цвет основного материала. Наносится с помощью валика в один или в два слоя. Самое важное, чтобы это было равномерно. Затем с помощью декоративной кисти мы наносим первый слой. Движения кисти должны быть разнонаправленные и размашистые. Как только мы наносим пару квадратных метров, мы возвращаемся и формируем рисунок. На втором слое мы поступаем ровно так же. Снова наносим материал разнонаправленными движениями, равномерно его распределяем по поверхности и спустя какое-то время возвращаемся и формируем рисунок. А вот то, как это выглядит уже после высыхания поверхности. На ощупь поверхность получается бархатистой с эффектом замши.